Я это еще не кушала. Отдай ребенку мороженое. Мам! Просто не съешь, ладно? Вань, у меня дурка падает. Всем привет. Мой чаек мне принесли. Спасибо. А ты чей стакан с кефиром? Я это не пью. Ну так ты поставь это, чтобы оно растаяло. А где мои это? Мне нужно. Таблеточки мои, таблеточки. У меня, видите, тут растут авокадики. Косточки от авокадо. Одно уже начинает трескаться. Папе тоже надо. Помастили? По три штучки. По три штучки. В общем, я пью три утром, три вечером во время еды. Чем я буду запивать? Правильно тебе надо? Очень жарко. Мы дома сидим, не выходим. Выходим только ночью. Вчера ходили ночью гулять. Можно это тут положить? Можно. Мы даже не можем никуда пойти, потому что очень жарко. Да, Маргош? Мы купаемся здесь, в бассейне. Каролина, косички будем расплетать сегодня? Косички расплетать. Заплетала ей косы, то есть наращивала волосы каникулами. Тут вот вплетала косички и прятала, она не видна. Сегодня будем расплетать, по-другому заплету. Мальчишки уехали отстригаться. Купаться будем, быстрее, купаться, купаться. Купаться, купаться. А Маргоша загорает. Как жарко. Обалдеть, какое, какая разница у нас в квартире, прохладный воздух, а какой здесь. Чем? Что ты делаешь? Очень горячий воздух. И грязная вода. И водичка немножко такая, вот да, мам, вот мутненькая. Мам, Вони. Вони. Кстати, кто спрашивал, спрашивали про бассейн, про наш. Сколько он? 3 метра, да? Да, я не знаю. По-моему, 3 метра он. 3 метра, ну, 3,05 на 76. Каролина, не выливай. Ой, Ксюша, не выливай воду. Да я не выливаю. Мама, я умею уже поливать. Угу. Ты уже здесь, Бунечка? Вот такой вот у меня дракоша получился. Он с крылышками. Вот так вот, чтобы вам видно было. Вот у него здесь есть крылышки. Вот такие. Ну-ка, ляж, дракоша. Вот. С крылышками, тут зубчики. Все как положено. Еще хочу связать такого же, только фиолетового. Вот такой симпатяшка. Рожки у него тут. Как, если я не ошибаюсь, следующий 2024 год, этот год дракона. Кстати, это мой год. Кто тоже год дракона, напишите в комментариях. Кто тут сидит? Муха какая-то большая сидит. Все, накупались? Мадама, чего ты голову прикрываешь? Нужно вытираться, а не голову. А я-то думаю, где все полотенца? Они все полотенца перетаскали, все, он там валяется, ни одного полотенца дома нет. Бабушка захотела жареную картошку. Почистим, пожарим. Еще пожарить кукурузку. Подогрею, точнее, она уже вареная. Бабушка хотела с салом, но сало, оказывается, закончилось. Нет больше. Ой, он сейчас упадет, он сейчас упадет. Осторожно. Бонни на банане. Нет? Давай, она должна на середине быть. Бонни сюда. На серединку ее. Вот так. Макс! Зачем ты в футболке купаешься? А? Не знаю, нравится. Выбирал. Вони на банане. Как мама, тебе Вони? Она у нас уже упала один раз. Видите, мама, мокрая какая. Два раза, да, упала. Я там внизу пойду. Давай. Опа. Макс, не надо, она уже купалась. По волнам. Сейчас прыгнет, прыгнет. Она может упасть, потому что баллон отодвинется. Не надо, не надо, тут смотри, что тут шланг. Или капли, или...
плывет. Опа, сейчас прыгает. Все, намокла опять. Амка посилие. Водичку всю расплескали, нужно наливать опять. Бонни, идем. Иди сюда. Она уже боится, она уже не доверяет. Иди ко мне, моя девочка, иди. Иди сюда, иди ко мне, иди. А, видишь, какая? Она уже не верит нам. Она думает, сейчас меня поймает. Первая партия искупалась, ушла. Теперь зашла вторая партия. Ты же уже купалась. Опять здесь. Каролина, у тебя усы выросли. Ты что ела? Усы? Да, вот тут у тебя усы выросли. Мороженое ела? Ай, мои кокотки! Что с тобой? Во! Марка не твоя мама. Это моя мама. Эй, нет, мама! Ей в нос вода попала. Куда ты лезешь? Что делаешь? Прыгай на нее, Каролина, сверху. Я знаю, что делать. Прыгай. Не страшно. Осторожно. Не надо. Сюда. Нет, не страшно, она упадет. Нет, она не упадет. Взяли мы новый фильтр. А то наш маленький совсем не чистит воду. Видите, какая мутная. Вода какая. Мутная. Это щетка. Он или скотч, Лео, но... Наконец-то детям поменяю ковер. Вот эти вот ковры икеевские, они такие старые уже у них. Все были грязные, уже все заляпанные. Да. Ужасный вид такой был. Взяли сегодня другой коврик один. Тут 3 штучки целых у нас лежали, такие квадратики маленькие. Угу. Каролина, покажи свой маникюр. Да, подожди. Захотела на ногти. Такие вот, ну, на суперклей приклеили. Купили одну упаковочку, сверху покрасили, да и все. Недельку походит, может, это и меньше. Моя любимая коробка. Только нет, в другую сторону нужно, вот так вот, наоборот. Поверни. Во. Как раз должно дойти до твоей кроватки. Давай. Разматывай. Та-дам! Ну вот. Симпатичный коврик. Такая вот девушка. Он такой мягенький прямо. Такие мягкий ворс, пушистый. Прям светлый ковер, мне аж страшно. Светлый ковер в детскую, это, конечно. Ну ладно. Так, нужно теперь с чем-то его это. Он же двигается, да? Ну-ка. Скользит? Да, он скользит. Нужно что-то придумать, чтобы он не скользил. У нас сегодня ужин на природе. На улице, точнее. О. Так, что у нас тут? Сосиски, хлебушек, помидорки, авокадо. Да, можно, но я могу на диванчике сесть, могу и сюда сесть. Водичка чистится. Я надеюсь, она завтра будет чистая. Пока что мутная все еще, но мы залили специальную жидкость, хлорку. Посмотрим. Ксенечка, кушать. Тут все будут сидеть. Ну, садись куда хочешь. Хочешь сюда на качелю, хочешь на стол. То есть на это, за стол. Хочешь где хочешь. Бассейне. Делай себе этот хот-дог и можешь садиться куда хочешь. Давай Боньку не корми, пожалуйста, ладно? Хорошо? Мам, дай мне тапки.
Сегодня почистим, а завтра солнца не будет. Да? Сегодня бассейн почистим, а завтра солнышко не будет уже. Потому что завтра нам солнышко не передают. На всю ночь фильтр оставим, будет работать. У нас такой ураган начался, мы все занесли домой. Там аж у соседей сносит. Сносит у соседей там все на балконе. Ой-ой-ой, у них эти... Поломалось от ветра. Нам пришлось нашу качелю опустить, все убрать. Который козырек опускается, у них снесло ветром. Очень сильный ветер. Жалко, у них прям поломался этот козырек. Они его не закрыли, ветром снесло. Поломался. Козырек у соседей поломался. Вот у нас, видишь, я его закрыла. Это коса. Это коса. Мама. Если я на ветер секаю. С бассейна крышку тоже сняли, потому что она улетала. А если бассейн улетит? Нет. Что он под таким весом? Всю ночь. Завтра будет дождик, всю ночь будет эта гроза. У Ксюши получился первый блин к вам. Не я. Блинчик. Она его перевернула, и он порвался. Ну, ничего страшного. Сейчас будет следующий. Второй блин не комом. Батарейка садится. Второй блин тоже немножко комом. Не комом, он дырявый. Дыркой. С дыркой получился. Попробуем с деревянной лопаткой. Потому что на деревянную, похоже, что тоже будет прилипать. Будерова. Голова дует. Так. Все. Видите, теперь с деревянной лопаткой переворачивается намного лучше. Она так проходит спокойно. И все. Куку. Берем нашу грешалочку и вот так вот размазываем. Все? На! Я? Переворачивай. Ты. Нет. Подожди, жди чуть. Давай по кругу. По кругу немножко убирай. Да. Туда, сюда, потихонечку. Раз, два, три. А потом потихонечку до серединки. Лопатку. При подымании. Вот тут с другой стороны подходи, если туда не заходит. Во, видишь? Во. Теперь подымай. Опа! Молодец! Не, с другой стороны возьми. Да. А тут даже не берем. С обратной тогда. С верхней, да. Давай, давай. Да ничего не делай. Вот эта лопатка возьмет. Деревянная не хочет брать. Что? Толстый. И это еще я не все испекла. Оп. Одна тарелочка, вторая там еще. Приятного аппетита. Салют! У Фильки закончилась еда. На сегодняшний вечер он ест еду Бонни. Завтра куплю новый корм. Да, Кисюня. Ребятки, буду заканчивать на этом влог. Все уже отдыхают, спят. И я буду отдыхать. Вот, так что увидимся в следующем влоге. Всем спасибо за просмотр.